Всем привет, с вами Макс Гюнтер, мы продолжаем играть в Супер Тренч Атак. Надеюсь, нам удастся дойти до конца. По-моему, это последняя локация, нам нужно срочно подлататься. Так. Не-не, спасибо. Дурачок. Нам такого не нать. Замануха какая-то, да? Так, сколько тут? 119. Этот ранен, вот. Ранен, блин. Жаль, что тут мало противников. Так. Красава. Так. Отлично. Нет, играть мы не будем с тобой. Отлично. Подлечили по полный отряд. Это вообще замечательно. Так, женщинку убираем. И берем вот этих двух пулеметчиков, которых... По 260, около у одного даже 290. Так. Блин. Как-то, блин, не очень пострелял, ё-моё. Отлично. Да, блин, ну как ты мог-то, ё-моё. Сейчас собака ему отгрызёт всё, что плохо. Висит. Фига себе, жарабас. По-моему, с дробовиком, да? Так, левел-ап получил, здорово. Так, получаем ништяки, идем дальше. Опять какая-то замануха. Так, ну ладно. Тут уже побольше. Это, видимо, опять с собаками. А, вообще две собаки, нифига себе. Отлично. Тут, наверное, тоже две собаки будут, да? Да, шикарно. А, блин, ну как тут, да пипец. Ну все. Три хода, да, у них есть? Так, повезло. Офигеть, она отнимает по 143, блин, жесть. Скотина. Ха-х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 а
Да, ё-моё, опять. Да пипец, блин, чё это за Рэмбо такой? Так, этого, наверное, лучше спрятать куда-нибудь, да? Лучше его куда-нибудь введём вот сюда вот. Да он как раз к нему идет, да, скотина? Нет, тварь. Да пипец, сколько он отнимает, ё-моё, как мало. Вот это вот нормально. Так, идем дальше. Опять какая-то встреча. Так, давайте вот это уберем, поставим вместо нее снайпера. Блин. Ладно. Пистолеты, блин. Кстати, есть какая-то ачивка, которая дается за то, если мы убьем. Ну, пройдем миссию, только используя пистолет. Мы попробуем ее выполнить, собственно. Еще два хода. Хотя не знаю, два хода осталось. Не, что-то как-то мне кажется, пока что это рисково. Лучше давайте по старинке, он жирный. Да блин, я пистолет... подожди. Во. Да, можно же на самом деле выбирать. Если выбрали оружие какое-то по ошибке, то можно нажать пробел, типа, для отмены, и потом опять выбрать то, что нужно. Шикарно. Магазинов вообще нету поблизости. А вон, кстати, есть первый. Ну, не знаю, дойдем мы, не дойдем ли. Эй, а чё это один Вуд-то? Он же... А, он ему шли, типа, от кровопотери ему. Так, чё у нас тут? Ох, не знаю, я это, блин... Дурачок, лучше его куда-нибудь сюда вот уведем. Что-то он вообще не отнимает нифига. Лучше вот так вот. Три хода. Собачка. Сейчас загрызет моего канонира. Не, промазал, повезло. Дойдем, не дойдем? Дойдем. Отлично. Да блин, что-то вы запарили, ё-моё, сколько можно? 200 ранен. Давайте вместо капитана возьмем, вместо канонира. Возьмем снайпершу. Так, тут мало их, это радует. Может быть, даже сейчас попробуем чисто на пистолетах на одних.
Блин, у меня же там... А, ладно. Эй, ни хрена себе, так он еще и не сдох, пипец. Вот отстой. Invisible это типа, я не знаю, что это такое. Фак. Видимо, да, кстати, потому что он ее вообще не тронул. Блин, нет! Не убиваю его. Отлично. Фух, повезло. Шикарно. Так, идем дальше, блин. Надеюсь, тут не будет никакой ерунды. Так, нет, давайте отсюда уйдем. Так, идем. Лечимся срочно. Нифига себе, у нас пища целая, бабоса была. Даже сейчас еще я ей даже пища, это меньше. Давайте ее наймем, вот это у них 8 уровень. Так, еда, еда нам тоже нужна. Паки пока не будем покупать, нафиг. Так, у нас в принципе все подлечены, но обязательно возьмем 8 уровня. Это 7, да? Так, ну в принципе нормально. Нормальный набор. Фига себе, это что такое? Что это такое? Это типа кайзер, что ли? Так, минуточку. Эй, я еще на... Блин, я семерку нажал. Да ё-моё. Нифига себе, какие-то странные ребята новые. Вообще таких не видел нифига. Ну-ка, ну-ка, посмотрим вообще. Блин, там собака это была странная, типа противогаз, что ли. Ага. Злой песик. Нет, 13, у него жизнь 400, офигеть. И он по 200 снимает, жесть. Офигеть. Что-то я даже не знаю, сможем ли мы это пройти. Офигеть, он пипец, жесть. Скотина, а? Ну, топи... Да ё-моё. Куда-нибудь подальше уйдем. Так, у нас тут еще пулемет, да? Молодцом. У них осталось 4 бойцов, да? Ну окей, попробуем. Еще сверху какая-то странная, непонятная. Хельмут. В общем, не знаю, посмотрим. 4 очка. Ах ты тварь. Блин. Блин, пес не смотрит, сколько у него. Ё-моё, сейчас она мне сильно отнимет. Ой, что-то у меня такое ощущение, что не пройдем мы этот. Да, похоже, это он, хотя не знаю. В принципе, не все потеряно, собственно.
Еще два хода. Красота. Просто красота. Шикарно. Так, все. У нас двое бойцов. У них остался этот вот петушок. У него 630 жизней. Офигеть, что это у него? Этот маузер, что ли, у него, не знаю, или что там. Скотина, не смей. Пипец. Что нам делать? У нас остался только один Хари. Хари Кришна, блин. И, в принципе, нормально отнимает. Так, смотрите, какой красавельчик. Так, сваливаем подальше куда-нибудь, блин, у нас только сюда остается. Хотя нет, в принципе, еще есть два хода. Так, а что если попробовать? Ну, я не знаю, конечно, это вряд ли получится. Ну, мало ли. Подфартит. Так, где этот говнюк? Да не, там вряд ли. Ой, 4 хода. Офигеть, пипец просто, вот скотина. И надо опять все заново, да, это жесть какая-то, если честно, я не знаю. И похоже, да, вот эта игра, собственно, из этого построена, только просто вот пройти всю эту здоровенную локацию. Не знаю, мне как-то первая часть была больше по душе. Охренеть, сука, очко, вот 24 тысячи толкина, сколько, 200, всего 200. Какие-то ады, звезды, ады, ранг А. New ада, видите, только новая разгрузка ада доступна. Пипец, ну-ка шоп. Дабл килл, давайте дабл килл, вот, будем еще вкачивать свой отряд. Так. Адефрост. Голды столько-то, еды столько-то. А вот тут типа она вообще соло, да, ни хрена себе. Ну, в принципе, все это закупается в магазинах, но я не знаю, стоит ли это того. Тут один хэви был, да? Ну, давайте попробуем. Блин, почти получилось, а? Дерьмо, не? Полное дерьмо. Так, пока будет нормально. Жрачки у нас полно. Нафиг, идем уже, блин, к этому. Нет, спасибо. Замануха. Ha ha!
Отлично. Да уж. Да блин, еще одна стычка. Пипец, что-то далековато, не? Карни. В принципе, можно проверять, там, по-моему, даже прикольная какая-то будет мини-игра по отстрелу уток, как на Денди. Можно будет ее, в принципе, найти и заценить хотя бы. Что-то дофига врагов, вам не кажется, нет? В общем, хардкорность всей игры сводится к тому, что в ней нет вообще никаких сохранений. Ну, как бы есть, если вы уходите, а если вас убили, все придется, как, допустим, каких-то старых сеговских или дендиевских, или... Ну, а в основном на этих приставках были такие игры хардкорные, в которых, если вы умираете, вам приходится заново начинать. Вот тут то же самое. И я бы не сказал, что это круто, но... Не знаю. Даже на той же Сеге или Денди была тема, допустим, с кодами. То есть ты проходил уровень, тебе давали пароль, и можно было при следующем прохождении ввести пароль, а оказаться сразу на этом уровне, в принципе. Экономило все это время и силы. Плюс, мне кажется, тут на самом деле какой-то неадекватный немножко расстановка сил, то есть... Ну, просто тупо заваливают мясом, и у тебя вообще нет никаких шансов с первых разов пройти все это. Да твою маму. Ой, спасибо. Прошу прощения. Так, собака поставила, да? Готовчик. Опять заново. Да ёшкин кот, а? Как все это задолбало. Красивую женщинку. Ну-ка. Пфф. Нормально, получили 14 дамага, класс. Охренеть, еще дамаг получили. Нет, нафиг иди. Нет, ты тоже. Еще, да блин, и все, я больше не буду расследовать, идите в жопу. Кроме уток, я больше не буду ничего расследовать. Пошли вы нафиг. Так, идем дальше.
Так, минуточку, ну-ка, склад. Тактикс. А, нет. У нас, я думал, может, это можно было ставить эту, типа, обилку. Слушайте, так... А, то есть тут даже еда на что-то влияет. Круто. Что это означает? 9, ген, ФД, 6. Давайте вот это вот. Прикольно. Я об этом не знал. То почему у нас отнялось, почему вся жизнь отнялись, очень странно. С такого перепугу. Нам легче этим доходить, хотя не знаю. Красава. Еще один ход конем. И что это за бред? Давайте переправимся. Блин, что у нас каждый раз жизнь-то отнимается, ё-моё. Нам, похоже, традицион ни хрена вообще не делает ничего. Пускай будет, я не знаю, то же самое, наверное. Так до конца не дойдем нифига. Да пипец, вы что издеваетесь с таким количеством? Жесть. Красава. Еще один. Еще, а, еще один ход есть, слава богу. А ты думаешь, наша собака дрожит? Во. Что она сделала? Просто на месте постояла. Так, не смей. Вот так вот надо. Отлично. Нифига себе. Откуда у нас медкит? А птички я вроде не покупал нигде. Твою дивизию. Да чтоб тебе, Лютер. Ну блин, ну... Что ты там оставил мне? Золото. Партии.
Так, один всего ход. Вряд ли нам удастся того замочить. Не знаю, посмотрим. Может быть. А, тем более собака. Ну все, отлично. Так, в общем, дальше мы уже пойдем в следующей серии. В общем, на самом деле я так думаю, что игра, в общем, состоит вот из этого. То есть надо пройти до конечной точки, в конце убить этого петушка. Вряд ли там будет что-то еще, но не знаем. А я могу, конечно, ошибаться. В общем, посмотрим. На этом давайте закончим. Оставляйте комментарии, если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гиндер. Всем пока.